на территории. Привет, тунеядцам! Здорово! Леня, 100 лет! Так, я тебе должна не посылку передать. Остановка машин займет где-то час. Я не пойму. Давай, поехали, поехали! Газибер, поехали! Последний раз на своей машине! Будет другая! Спасибо нашему фотографу за ваше счастливое детство. Нахали там, под нами. Помню такую песню Алла Пугачёва, то ли еще помню. Слушай, вы столько велосипедов понаперли в пустыне, я не знаю, они кончатся сегодня или нет. Вот мы впервые видели воду. Очень красивые места, глубокое ущелье. Скорость наша пешеходная. Слушайте, а зачем мы велосипеды с собой брали? Чтобы на них опираться вместо палки. Может быть, мы без велосипеда бы быстрее. Игорь, а помнишь, у нас был тоже пешеходный мостик по пустыне? Помню, и не один, Ленчик. Нет, Игорь, уже забыл. Так он это и делает из-за ностальгии. Причем ностальгия каждую неделю. Вы ничего не понимаете в прелести велопешеходного маршрута. Правильно, это они не понимают. Мы там спустились, поднимаемся обратно. Они еще улыбаются пока. Потом будешь говорить, что ты пошутил, что тебя не так поняли. Пустыня равно уродливое нагромождение камней. Да, кажется, больше, походу, Вадима, мы с собой не берем. Заставим взять эти слова обратно, с извинением. Я думал, скажем, упорядочи камни. До привала всего лишь 5 километров, которые мы идем 5 часов. Илюха будет битый, лишен кабануса сегодня за плохое поведение. А есть кабанусы? Ого! Так я не зря приехал. В пустыне, если попадается вода, что очень редко, всегда растут деревья. Мы попали на оазис. А это эталон, откуда мы приехали, да? Там на горизонте. Лучше не смотреть. Да, точно. Рули! Как он меня крепко катится? Давай, давай. Сам виноват, пусть отдувается. Да, с нами толком. Зачем нам украшения? Они не туда попали. Вадим, давай, Ёдик, выстрелим нам в воздух. Ты давай, что? Вадим? Thank you.
мы приближаемся к монастырю Святого Георгия. Очень красивый монастырь, мы туда попадем сейчас. Чуть повыше колеса. Смотри! О, вот так, вот. Святого Георгия по-нашему. Основан византийцами в 6 веке нашей эры. Восстановлен, кстати, русской православной церковью в начале 912 года. Парадные ворота, парадная арка монастыря. Ай. Вот много желающих фотографий. А мы брек, ковали брек ехрап. Фотографироваться будем, общий кадр давать. Внимание. Отсчет пошел. Красивейшее ущелье. Монастырь, идем? Вадим. Ты идешь в монастырь? Понимаешь, Игорь? Ну что? А я не пускаю черта. Ну тогда в цанах будем по очереди ходить. Пошли сфотографируемся на их балкончик. Там мало, мистер. You going ready? Там ни одного экскурсии. Окей. И да бе не хар, не хар бе стай, шалот, арба, амеш. А, thank you. Выдаю брюки на прокат, 10 шекелей. С трусами или без? С трусами 20. Двоих взял. Так что заряжай. Бизнес, слушай, человек. Ну, кто еще не попил? Всех зашло. Вот это хат? Привал. Ну да, потом же. Потом не доказывали. Иди доказывай, кушали, не кушали. Еще раз. Если бы мне бы передали бы, для того, чтобы передать себе, я бы, может, тебе передал бы. Здравствуйте, здравствуйте. Опять ты последний, Макс. А, так получилось. Улыбайся. Улыбаться? Да, пора. Дикари. Палестинский автобус. Еще один дикари.
психанул от газировки. Мы сделали этот маршрут довольно нелегкий. Несколько не очень серьезных падений. Скажем так, все живы и относительно здоровы.